Вам, конечно, будет очень смешно в ближайшие 10 минут от моей дерьмовой жизни. Мне изменила жена, а я жалкий лузер. А потом я вырубил ее любовника, завел себе фейковую любовницу и круто поменял в итоге свою жизнь. Представляете? Ну, обо всем по порядку. Полное дерьмо. Привет, меня зовут Билл. Однажды я думал в сортире на работе. А где еще можно думать? Я ненавижу эту дерьмовую сальную прическу, пузо, свою работу в банке на придуманной должности, родственников жены, которые терпеть меня не могут. Я ненавижу всю свою дерьмовую жизнь. И чем старше я становлюсь, тем все больше ее ненавижу. От размышлений меня отвлекает пацан, с криком забежавший в туалет. Не говорите директору, что видели меня. Да я и не собирался. Кто в молодости не бегал от учителей, которые палили нас сигаретами или травкой? Здесь только я. Сейчас я торчу в этом храме знаний, потому что мой тесть, мистер Джакоби, решил построить для местной школы новую часовню. И решил сделать это как можно торжественней. Поэтому мы со всей семьей приехали закладывать первый камень. Скукотища. И я мог бы пережить все это мероприятие и спокойно отправиться домой, но для такого неудачника, как я, это было бы слишком хорошим раскладом. Поэтому на очередном повороте... Прости, прости, милая. Я влетел в свою жену, которая мило ворковала с каким-то крашеным уродом. Чип, мой муж Билл. Вы знакомы? Нет, вернее, да, познакомились сегодня. Конечно, она сказала, что видит его впервые в жизни. А в такую очевидную ложь может поверить только кретин. Ну, такой, как я. Что я, собственно, и сделал. Это был обычный рабочий день, не предвещавший ничего ни хорошего, ни плохого. Билл, сделай, пожалуйста, 6 копий. Но всю эту размеренность ломает заявившийся в мой кабинет пацан. Но тот, который с травкой прятался, он садится на стул и заявляет, что выбрал меня для какой-то школьной наставнической программы. Почему ты выбрал именно меня? Вы трудитесь в банке, а я люблю деньги. Ну да. А с чего бы вот этому шкету выбирать наставники такого лузера, как я, а? Но чем-то он меня все-таки зацепил. Наверное, своей харизмой и умением добиваться целей. С этими мыслями я не заметил, когда ехал до дома. Когда я открыл дверь, до меня сразу донесся смех жены. Ладно, да? Да, в субботу они уезжают на охоту. Ты сможешь? Повинуясь своей ужасной привычке заедать стресс сладким, я сразу же полез в свой тайник за шоколадным батончиком и жадно вкусил его, на чем меня и поймала Джесс. Она терпеть не могла, когда я так делал. Говорила по телефону? С мамой. И где она? Мама? Дома. А что? Да-да, понятно, я так и думал. Через минуту я забежал к ней, чтобы обвинить ее в том, что она мне солгала. Ее мамы нет дома. Но она сразу же перевела мое внимание на телевизор, где как раз шел новостной выпуск из школы. И на половину экрана у какого-то мужика торчало пузо. Жесть, как можно было так разожраться? Хотя постойте, это же мое брюхо. Какой позор. Зато мерзкий Чип Джонсон, красавчик, неудивительно, что Джесс на него засматривается. Поэтому сегодня утром, сидя в кабинете, я развлекал себя издевательством над фотографией Чипа в журнале, особенно сильно резанув ножницами между его ног. Извини, Чип, я сделал это специально. Я всегда готов вам услужить. Привет, дорогой, у кого ты красишься? Осмотрю тебя каждый день в 6:00. Все в порядке, Билл? За этим занятием меня и застал мой тесть. Да, видимо, теперь он считает меня еще большим придурком, чем раньше. Он попросил меня устроить экскурсию детей, которых взял наш банк по программе наставничества. И ваш тесть мой наставник. И, конечно, мой парень был тут как тут. Я быстренько показал им ячейки и поехал мутить пончиковую независимость. Мы навели справки о вашем финансовом положении, и вы нас устраиваете. Они попросили меня, чтобы я посмотрел с ними место для стройки и обязательно поработал денек в их магазине, чтобы получить представление о вашем будущем бизнесе. Фак, и они настаивают, чтобы я взял жену. Нужно ее решение. А вот с этим у меня траблы. Я купил для тебя. А это милая девушка, Люси, и она работает в магазине нижнего белья. И мой подопечный очень активно подкатывает к ней. После пончиков я заехал в магазин, чтобы увидеться с братом. Мой брат был настоящей звездой в школе. Любая девчонка была готова переспать с ним. Но в итоге ни одной этого не удалось, потому что он был не по девочкам. И сейчас он состоит в длительных отношениях с накачанным учителем математики, Полом. А к брату я приехал, чтобы попросить его видеокамеру на выходные для охоты на одного крашеного индюка. Смотрите программу Чипа Джонсона «На острие». Я аккуратненько установил камеру в спальне и прикрыл ее кепкой. Ну что ж, охота началась. А в выходные мы поехали на другую охоту. И никому это не понравилось, особенно мне. Что ж, тащи чертову утку. Это было ужасно.
Ну, наконец-таки я приехал домой и пошел проверять свою ловушку на Джесс. И весь этот компромат я решил посмотреть вместе с братом. Билла все раздражает. Даже меня. Он комплексует, что у него не член, а желудь. Да, точно. А на камере было четко видно, как Джесси кувыркается с Чипом в нашей постели. Называет меня лузером, а мой член желудем, представляете? Почему ты не любишь минет? Я самый большой поклонник минета на свете. Это у вас семейное. Я был вне себя от гнева. А вдруг она хочет бросить меня? Вот сейчас я возьму ружье и пойду убивать этого придурка. Ты шпионил за мной? Она обвинила во всем меня. Сказала, что это я влезаю в ее частную жизнь, и что она не думала, что я способен на такое. Шпионить за ней, представляете? По телевизору как раз в этот момент сказали, что Чип скоро должен выступить с прямым репортажем из местной больницы. А вот туда-то я и направился. У него лейкемия с 4 лет. Скажи, пусть меньше улыбается. Да, нашу драку засняли присутствующие там телевизионщики. Я слежу за тобой! Вероятно, безумный фанат. А еще через пару минут я уже оказался в ближайшем участке. Там, вместе с остальными моими вещами, у меня изъяли видеокамеру с компроматом на мою жену и этого репортеришку. Мы видели запись насчет желуди. Это лишнее. А когда меня выпустили, я узнал, что теперь весь город называет меня не Билл, а безумный фанат Чипа. Здорово врезал! Безумный фанат! Безумный фанат! Поздравляем! И добила меня новость о том, что видео с Джесс просочилось в сеть. И теперь почти каждый житель, у которого есть доступ в интернет, наверняка посмотрел эту запись. Блин, Джесс меня убьет. Но оказалось, что ее не так сильно волнует собственная репутация, как репутация Чипа. Репутация Чипа? Да я сейчас покажу ему свой желудь и как я из него стреляю. Смотрите свежие новости! Привет, звезда! А Чип думал точно так же, поэтому сказал катиться подальше мне и моей жене от его дома. Но перед этим я еще раз хорошенечко заехал ему по морде. Господи. Ты сейчас же проси прощения! Эй, желудь, твой брат пришел. Видя мое состояние, Пол посоветовал мне взять себя в руки. И чтобы переключиться, да и вообще привести себя в форму, я снова начал плавать в бассейне. А предложение было стоящим. Но боже, как же сложно выставить на показ свое обрюзшее тело, да еще и рядом с подкачанным Полом. Но начало все же было положено. Я даже нашел силы съездить с Джейной и с Джимом, владельцами франшизы пончиков, чтобы посмотреть на место для застройки магазина. И это было отлично, ведь хоть и небольшими шагами, но все-таки я двигался к исполнению своей мечты. Стать независимым от семьи жены. А когда у нас встреча с Джессикой? Они все так же настаивали на встрече с Джесс, уговорить которую на что-то подобное после недавних событий было уже абсолютно невозможно. Эй, проси прощения! Простите. Да еще к тому же они напросились ко мне на работу, а там пришлось их познакомить с моим подопечным. Программа наставничества выпускников. О, это фантастика. Это... Приходи вместе с Биллом и Джессикой в наш универсам. С удовольствием. Но все-таки от него была польза. Ведь в чем, а в общении с девушками он разбирался. И именно он подкинул мне идею, чтобы вернуть внимание Джесс. Чтобы вернуть жену, вам надо разбудить в ней ревность. И он даже поперся помогать мне со слежкой за Джесс. Мы сидели в кустах с биноклями, и я запалил ее с Чипом. Ну ничего, я отважу этого придурка и верну свою жену. И я решил тут же позвонить и позвать ее на свидание. Но как я не старался не спалиться, ничего не вышло. Какой ужас. Да брось, классная задница. Билл, я вижу тебя. Ребята стали советовать мне, как вести себя на свидании с Джесс. Подари ей цветы. И впервые в жизни я решил побрить грудь. И да, я круто завязал с шоколадными батончиками, кажется. А в том, чтобы заставить ревновать Джесс, нам помогла подружка парнишки, Люси, которая работала в торговом центре. И сыграть сцену страстного романа. Глупая выдумка. Я оплачу 100 баксов. Люси очень здорово помогла мне и подобрала неплохие шмотки. А вообще, малой запал вроде на нее. Он устроил ей показ мод вперемешку с какими-то страусиными танцами. А Джесс была в ахере, когда увидела обновленного меня. И бьюсь об заклад, мой желудь точно приподнялся в ее глазах. И в таком настроении мы пришли на ужин к ее родителям. А потом... Глотай. Это неуважение к охоте. А ну глотай! Да как же достали их семейные подколы? А брат Джесс, тот еще придурок. Исполнительный вице-президент чего? Должность, которую мы придумали специально для этого! Замолчи, Джон! Но я вызвался организовать фейерверк в честь того, что отец Джесс объявит на пикнике о том, что он баллотируется в мэры. А потом я позвал Джесс в кафе, и тут приятный сюрприз. Что ты тут делаешь? Вот моя жена начала мной интересоваться. А как бы вот склонить Джесс на пончиковый бизнес? Какое нам дело до пончиков? А
она лишь думает о моей позорной видеозаписи, которая может помешать ее отцу на выборах. Когда я привез ее домой, там отшивался чип, и я показал ему, чей желудь тут хозяин. Да-да. На прощание мы поцеловались на глазах изумленного чипа. Йоу, да я становлюсь тем еще самцом. Вообще, мой парнишка и его Люси, конечно, красавчики. Познакомьтесь с моей женой. Теперь нам придется все это выбросить. Раз ее все равно выбросят. Ну, я выкрутился. А мне нельзя сладкого. Поторговав пончиками весь день, моя любовь к ним уменьшилась, мягко говоря. Билл, забудьте вы о пончиках. Это отстой. Работа отстой. И неважно, где в банке, в универсаме или где пекут пончики. В понедельник уже можно подписать бумаги. Люси, пора домой. Что за Люси? А потом мы накурились и подурачились в супермаркете. Моим родственничкам это не понравилось. И я обиделся и ушел спать в палатку. У него, похоже, кризис среднего возраста. Ты помнишь, каково это? А на следующий день я решил побрить руки и ноги. На, сука! Теперь я как младенец. Днем, когда ребята тусовались у меня в офисе, ко мне заглянула Джесс. И она явно сконфузилась при виде Люси. И представляете, она, оказывается, хотела пригласить меня на свидание. Но я-то теперь парень деловой. Ну брось, давай устроим вечеринку с ночевкой. Назвякни какой-нибудь подружке. Она уже звонит. Он очень милый. Смотри, и согласен? Вообще... А вечером парень уговорил меня устроить вечеринку в моей палатке. Но мы вот не предусмотрели одного маленького нюансика. Курить траву в закрытой палатке – это как запивать текилу абсентом. А нам пофиг, и мы устроили танцы. И атмосфера студенческих лет вскружила мне голову. Йоу, да я непобедимый мачо-мен. Я могу сказать секрет. Ты с ума сойти. У меня силиконовые сиськи. Шлюха ты. Я знаю. О, боже. Я тоже. Брось. Ты можешь пощупать. Ну, я отказывался раза два или три. Ну, а потом, кажется, я все-таки потрогал. И хоть на утро жестко болела голова, а мне надо было ехать на пикник, я все же собрался. Бодрящий бассейн творит чудеса. На мероприятии я чувствовал себя Джеймс Бондом. Даже противная морда чипа не могла мне испортить настроение. И вроде бы все шло по плану. Но на мероприятии появились Джим и Джейн. И это было весьма не кстати. Джесс могла разрушить всю мою легенду. А из-за дурацкого чипа меня вообще выперли с мероприятия. Садитесь. По постановлению суда дистанция 50 ярдов. И что вы думаете? Да, я попал в небольшое ДТП. Но я все-таки запустил фейерверк. Ну, правда, может быть, не совсем в нужный момент. Мой парень выручил меня и отвез в больничку. Джесс пришла навестить меня. И после разговора с ней я наконец-таки понял, как устал от всего этого и от ее отца. Мне начхать, что он думает обо мне. Я люблю тебя. Но все разрушено. И как она устала от меня, а я от нее, и от ее чертовой семьи, от бесполезной должности, да и от этой убогой стрижки. Я варился в их болоте из лжи и лицемерия, и уже начинал захлебываться. Но наконец я могу взять себя в руки, и я ухожу отсюда. Ах да, эти пончики. Здравствуйте, вас уже ждут. Нам приятно, что вы все-таки решили купить нашу лицензию. Да к черту пончики, туда же Джесс и ее семью. Наконец-то я свободен. И да, конечно же, мой парнишка получил зачет, и я благодарен ему. Не надо жить при творяясь, что все ерунда. Наступит время, и вдруг окажется, что твоя жизнь далека от мечты. Ты понимаешь? Спасибо. Мы еще увидимся. Загляни в свой шкафчик. Конец. Не нужно платить мне за дружбу. Я ведь не против. Эй!